Вот кое-как установил альбом, очень неудобно, ну, чтобы не листать. Ну, теперь, наверное, можно, пусть немножко коряво так, но показать мою, так скажем, любимую Карелию. Всем здравствуйте, и вот хочу, ну, не хвастаться, но хочу вот рассказать о таком осуществлении мечты, довольно-таки быстром. Я как-то показывал один ролик, когда я нашел вот только первую марку 5 пенни, вот это вот самое первое. Хотел большего, но получилось только это. Потом у меня еще получилось несколько штук. И вот сейчас я закрыл этот лист, закрыл эту тему. И так скажу, что я очень доволен, потому что, ну, как-то, ну, приятно мне смотреть вот на вот... на конец, так скажем, своих поисков и то, как получился этот листик. Давайте по порядку. Значит, было два пути поиска этой серии. Первый – это сразу купить эту серию, и на eBay предлагали, в основном это американцы, вот 300 где-то долларов, ну, я буду говорить условно 300 центов, это каталожная цена. Но я отказался сразу от этого варианта, потому что это и для меня большие деньги сразу выложить. И ввиду того, что у меня уже было несколько штук, я посчитал, что я смогу сбить ее потихонечку, мониторя предложения. И, собственно, вот этим я и занимался этот месяц. И вот результат, как говорится, налицо. Да, были, конечно, излишки, но тем не менее были и плюсы. Давайте про плюсы. Первое. Вся серия практически в идеальном состоянии. Я смог ее сбить из разных, так скажем, покупок. Всего их было у меня 4. То есть 4 раза я покупал разное количество этих марок и подбирал между собой и комбинировал между собой. В ходе, так скажем, поиска и приобретения приятные такие были плюсики. Это вот то, что вы видите. Серия всего 15 марок, здесь у меня больше, потому что я обнаружил разновидности по цвету. Первая – это 20 пенни малиновая и красная. Вторая – 75 пенни охра густая. Видите, вот это вот густая, почти оранжевая на мониторе у меня. И желтого цвета со сбитым чуть-чуть центром. Потом 15-марочная серия марка. Она зеленая и оливковая. Очень четкая различие в цвете. И 20-марочная это розовая и малиновая. Это приятное дополнение, расширение этой серии, так скажем. Но обладать какими-то такими разновидностями – это всегда хорошо. Вот. Что еще? Да, там какие-то у меня были замены, какие-то с наклейкой, какими-то нет. Я все это почистил, все это вот. И вот в данном случае имею вот тут что имею. Это уже коллекционный лист. В результате этого, конечно, образовались вот такие вот излишки. Видите, вот, например, вот сколько тут? 10 штук. Вот. Причем, обратите внимание, здесь марочные номиналы 15, 25, 10, 2 марки. Это тяжелые, концовки серии всегда тяжелые, они франкажные всегда и что-то стоят. Вот здесь они присутствуют. И вот тут у меня листик стоит, я тут поместил две марочки тоже, правда это уже пенивые, но это эти марочки я, конечно, размещу на продажу через интернет, поэтому какие-то деньги отобью. По цене, что они мне обошлись? Скажу сразу, если, значит, каталожная цена, так условно скажем, 300 евро, да, мне они обошлись 30%. То есть общая сумма вот этих всех приобретений мне составила меньше, чем 100 евро. Где-то 80, может быть, даже чуть-чуть меньше. Но учитывая то, что я эту серию полностью сбил и еще плюс разновидности, она сейчас у меня где-то, ну, немножко будет дороже, но, в общем, в чистых 30%. Я считаю, это очень хорошая цена для нечастых вот таких вот серий марок. И меня это, ну, сами сравните, 70-80 марок и 300 марок, это большая разница. Да, время ушло,
Да, значит, как-то, как говорится, там какие-то там сомнения и прочее, но тем не менее, вот я считаю, это более выгодно и более, так скажем, более интересно, потому что, вы знаете, вот это вот, когда сам процесс поиска, комбинации, то, все прочее, десятое, в общем-то, это тоже неплохо в наше время. Как-то это какое-то чувство удовлетворения и возникает. Ну вот, собственно, вот все, что можно сказать по Карелии. Я вот закрыл полностью лист своей маленькой подборки до 1953 года, вот этот альбомчик финский. Полностью, как говорится, доволен результатом, и поэтому переключаюсь на другие раритеты, и их у меня осталось, ну, 3-4, может быть, каких-то тяжелых вещей. Это вот Цепелин отпечатка, потом вот эта пакетная почта, она будет такая же сложная в поиске, как и Карелия. Ну и, конечно, отпечатки. Это Аланец. Вот там, да, вот там придется, наверное, и деньги выкладывать, и еще и поискать, потому что предложений нету. Ну, конечно, я не говорю о первых двух марках, которые там сразу запредельные какие-то цены. Но я надеюсь, что, может быть, как-нибудь я попробую все это дело найти и как-то, ну, поискать. Ну, ничего страшного. Две марки из альбома не хватает там. Это уже совсем не то, чем, как говорится, полупустой альбом. Ну, и первые выпуски с зубцовкой нестандартной у меня уже они почти сбиты. Осталось последний номинал. Я, кстати, жду уже прихода, потому что я его тоже нашел. Да, не может быть не в том состоянии, но тем не менее у меня будет эти серии все будут закрыты. Ну, в общем-то, об этом я, наверное, в каких-то в следующих выпусках я обязательно расскажу, когда будет альбом более-менее закрыт или там будет уже практически закрыт. Где-то я, может быть, остановлюсь, но об этом мне, как говорится, самому будет интересно поведать всем своим подписчикам, всем тем, кто увлекается марками и филателией. Ну, собственно, наверное, на этом все. Хочу пожелать всем быть осторожными и внимательными в связи вот с этим вот несчастным коронавирусом, который нас атаковал. Ну, кстати, собирайте марки, потому что сейчас у всех больше свободного времени, как говорится. Я думаю, что эти марки, наши марки, которые мы так вроде бы несерьезно, но они, мне кажется, успокаивают и душу, и нас самих приводят в равновесие, так скажем, с окружающей средой. Всем всего хорошего и до свидания.